сохраняются. Алексей Литвиненко вместе с Дамиром Рыспаевым. Хотя я не думаю, что Рыспаев появится на льду сегодня. А если и появится, то совсем небольшое игровое время получит. Ну и в нападении Дмитрий Гренц, Михаил Рахманов и Константин Романов. Первая драка в этой встрече. Почему первая? Потому что потом, может быть, еще что-то будет. А вот, собственно, и Рыспаев. И Перкович. Нет, не нокаутирует. Продолжается вся эта пляска. А вот теперь Рыспаев оказывается сверху. И пора лайнсменам во все это дело вступиться. Ну, сразу дело дошло до скидывания перчаток. Здесь Перкович посмотреть, сколько ударов проводит подряд. И только потом Рыспаев пытается перехватить инициативу. Ну вот здесь, казалось, упадет Рыспаев. Нет, нашел в себе силы, поднялся. Веселое начало, правда? Игорь Альбарисов, номер 25. Даниил Рыспаев. 2 плюс 5 минут плюс 10.